точнее, примерно начать. У меня начало для вас замечательно есть. Так. Не все спокойно в королевстве. Стоп! Кто сказал? Марсел. Что ж ты раньше молчал? Товарищи, товарищи! Семен Семенович, товарищи! Разрешите мне от имени вас поделиться с вами радостной новостью. Минуту тому назад до нас дошли сведения от товарища Марцела, что в королевстве датском не все спокойно. Поздравляю вас, товарищи! Между тем, прогнившая система капитализма проявила себя. И с марксистской точки зрения... Переходите на покойника. Перейдем! Не волнуйте оратора. Итак, товарищи, в Дании неспокойно, но тем не менее умер один из нас. Но утритесь, товарищи, утритесь и шагайте вперед. В ногу спокойно. Что хочешь? Что хочешь ты? Как хочешь, сквернослов. Ты заплатил за всех назначенную цену. Вся жизнь твоя была похожа на любовь, а наша жизнь похожа на измену. Как было радостно, как было хорошо лежать в траве и лазать по сугробам. Но с этих пор, куда бы я ни шел, мне кажется, что я иду за гробом. Где нет тут тебя?